Где вы планируете встретить новый 2030 год? Есть интересные предложения. Смотрите на сайте futureplanet.ee. Был вопрос, значит, расскажите, пожалуйста, о последних изменениях в составах советов городских предприятий. Значит, с 1 января отозван с состава целевого учреждения Нарвские выставки Андрус Тан. Значит, также он отозван из Нарва Илмувалдус. Значит, избрана в Нарва Илмувалдус новый член с 1 января 2010 года Надежда Черкашина. Транссервис Н. Отозваны Тамара Гордеева, Лариса Оленина, Елена Тараквей с 31 декабря. И избраны Александр Моисеев, Федор Овсянников, Андрей Чукаев с 1 января. Целевое учреждение Линна Эллому. Отозван Владимир Тарахтин. Избран новый член Ольга Нярги с 14 января. Целевое учреждение Нарва Хайгла. Отозваны Маргус Урст, Юлия Дмитриева, Александр Людвиг с 13 января. Избраны Сергей Львов, Надежда Черкашина, Наталья Умарова. Нарвский порт целевого учреждения. Отозваны Софья Хомякова и Владимир Межуй с 13 января. Избраны Андрей Филиппов и Федор Овсянников. Нарва Буссевиот. Отозвана с 13 января Татьяна Игорь. Избрана Анна Коваленко с 14 января. Целевое учреждение Линна Эллому. Избран Олив Силанд. И в Нарва Эллому Валдус избран Ян Сан. Кто проводит все эти процедуры? Краскаева права. Да. А я вот не в курсе. Это сознательно делается, как сказать, перемешивание, нет, перемешивание людей с тем, чтобы специалисты работали в другой области. В совете предприятия, которые совершенно в другой сфере. То есть Силанд работает в Валдус, учителя работают там, Усилиот, Айгла, в больнице и так далее. То есть не специалисты оказываются в совете предприятия. Ну, я скажу одно, только назначение членов советов утверждает городская управа, и как бы больше я комментировать тут ничего не буду. А предложение от кого поступает управа? Так, с этим.